Представляем вам слова победителя после боя. Сам бой ты сможешь посмотреть на сайте ESA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. До этого поединка ты был абсолютным фаворитом, но бой получился очень напряженным. Как ты считаешь, почему? Сказать честно, недооценил. Не ожидал, что Рома даст такой отпор. Только уважение, Роман. Расскажи, пожалуйста, что у тебя получилось и что не получилось в этом противостоянии? Собирался закончить досрочно, но, как увидите, по воле Всевышнего пришлось решением судей. Планировал болевой или удушающий, но Рома оказался намного сильнее, чем я думал. Спасибо всем болельщикам, чувствовал огромную поддержку. Всем домашним спасибо, всем, кто меня поддерживал, всем моим тренерам, Лезу Яндиеву, брат, моим родителям, моему руководству МВД. Алхамдулилла. Главное – победа. А остальное исправим, иншаллах. Хочу обратиться к руководству, к матчмейкерам. Ибрагим, дайте мне Буторина. Я покажу вам на следующем турнире позрелищный бой. Жду, Алексей. Подпишись, чтобы не пропускать остальные турниры. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ESA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании.